Собрали сразу. Надеюсь, сейчас будет без всяких приколов, что кто-то юнита не поставит, что-то еще без дисконнекта. И пул солидный вроде. Мне нравится. Hello, Ordemabi. Куда пропал-то? А там даже команда есть, мистер Питер. Давай я это сделаю. Ой. Вот так вот. Блин, и Пристика, и Хумчика хочется. Но, наверное, Хумчика пока что... Ну, пока не буду так спешить. Очидывай, постараюсь. Теперь так точно. Ну-ка, Снамку, бачу, популярно вроді там вибирає героїв скіли для них. Та, бачу, Ability Arena навіть встиг пограти. І турнір вже пограв. Але там поки що проблеми з рейтинговою системою, я поки що в шашки тому. Мені частенько питають, але поки в шашечки. Давайте тащить под вот такую песенку. Здорово, Бенбрейкен. А пойдет дело. Тебя как? Джаггернаута берем. Пока все. Есть три Хантера, это 2, с этим можно уже драться. Блин, Мифрил этот на молнии. Вот не знаю, я хочу ли я больше молнии, или я хочу просто энерджи бустер. Блять, панда, панда Ренчик. Ну зачем ты, дорогой? Ну зачем ты тут? Да вот так постоим. Я думал ханты плюс акс, но тогда постоим вот так вот. Да макс он будет дальше жить, я не знаю. Снайперу заебись, нам хп мало. Стоял бы я на хантерах, точно бы снайперу отдал. Так пусть будет у акса. Снайпера бы убили первым. Акс хотя бы с молниями будет. В целом криты, молнии не так плохо аксу давать. У него дэмэдж достаточно, он живет хорошо. А так у него доп дэмэдж есть еще. Мне нравится. Короче, такс. На Блона пока я не хочу. Я хочу, чтобы что-то выпало, например, Дизраптора мне. Привет, Безип. Верим мы в Дизраптора или нет, чатик? Я думаю, стоит поверить. Я бы вообще в Пандаренчик хотел поверить, чтобы он что-то мне принес, хоть что-то. Здорово, Кряк. Здорово, Резенквер. Ой-ой-ой, это 2 пак под богами. Но он, если первый раз касит, там кулдаун 2 секунды, там очень много дэмэджа может быть. Но я думаю, я справлюсь. У него зарядки такой прям нет. Ну да. Было бы там кто-то еще. Это 2 Марсик, чтобы время не мог выиграть. То он прям сильный будет. Пока что просто до пака быстро добираются, его убивают. Если паку бы время... Ну, даже зарядку просто дать в начале, там какой-то энерджи бустер бы. Корону, не знаю. Дагон 2 в идеале, да? Дагон 2, такой пак бы соло убивал борды без шанса любого абсолютно. Здорово, Телян. Танах, в принципе, нормально сам. Пойдет. Есть престы, у меня хантики еще есть. Но пока с орками посижу так. Хантика не готов отдавать, то есть... Я хочу тут Пандарена максимально продержать, я не знаю.
Хотя снайпер Мирана, белочка Т2, Акс Т2, такой стол на самом деле вообще легко побеждает. Стрик секьюрить круто, но вроде получается и без них. Манга дерева нет. Я на лустрике не буду сидеть, соответственно, могу себе позволить продать пистов сразу же. И левелапнуть, чтобы сразу апнулся пятый у меня. И шанс был на четверку в next роли сразу же. Давайте посмотрим, может что-то повезет нам. Ну, это что-то из новых песен? Мне кажется, я даже не слышал ее. Послушаем тогда. Джаггер Т2, отлично. Два мипа. Бля, как же мне вот эти байтят, братишки. Два мипсиня, прикиньте. На седьмом. Конечно, можно было жестко пушить лобби, если вместо вот этих двух поставить два мипсиня. Это 6 дэмэджа дополнительного. Сварки сильные сами по себе. 32 юнита, еще и 2 мипсиня. Это просто можно было бы по 12 заходить. Но я не буду. Я вот этого Марса нашел таки. Братишка с тедопаком, но... Ой, что это? Ну, я вынужден убирать панду. Я не могу ее не убрать. Что это за стол? Вау. Это очень жестко. Это очень жестко. 5-Т2 с Т2 Джаггером, с Т2 снайпером. Вау. Скилл показывает. Надо ему клипы показать. Ну, я Миранку продам, кстати, на этот, на Эко, потому что я же не буду хантером. А если вдруг буду, то найти одну Мирану не проблема, а Эко нужно придержать пока что. Потому что я и так много эко потерял из-за того, что я хотел там стоять на пандаранчике и т.д. Вот там, ребят, Резенквар кидает чатик. Если хотите, рыбалочку можно посмотреть на видосике в ютубе. Вчера вышел видосик, вчера каточка была на стриме, где я рыбачил с нулевой. На пандаренчика снайпера с баном пандарена, как в старые добрые. Так что, кто хочет видеть хайрольчики с голден рольчиками, всех просим. Чен next roll? 4 орка, чтобы было, но это в 7 левеле было бы неплохо. Даже в 6. Даже в 6 вместо белочки, да? Поставить плюс без мастера, плюс чена. Продал панду без уважения, все, год без буйца. Не-не-не, это... Тут нас есть разные. Есть продать панду без уважения, а это было в целях этого, воспитания. То есть тут наоборот. Я с пандой так, то есть, ну там пряник. Дает, я его хвалю, мы с ним друзья, просто лучшие, у нас все отлично, все хорошо. Не дает, тогда наказание получу. Вот сейчас он раундов 4-5 постоял, ничего не дал, я его оп... по попке. И со стола убрал. В этом плане у нас все настроена коммуникация. Я вот думаю, котлик, хочу ли я котла? Мультикаста нет. Я хочу стриковать. Рихмап, когда я могу сюда впулить? Но не быстро еще. Я, наверное, просто беста отдам и ничего не возьму. Котл крутой, но именно здесь, при том, что у меня все Т2, если бы не было всех Т2, я бы точно взял. Жаль, что допшмотку дали такую, потому что с 15 с высоким шансом не будет допшмотки. С очень высоким шансом не будет допшмотки. Это плохо. Что Blades of Attack не то, что бы я хотел. Смотрите. Я, кстати, пока что не пикну. Надо подождать секунду. Я левелапать сейчас буду. Хотя Хускара возьму, да? А, Хускара возьму. Третьим варом. За 4 голды его куплю, но это того стоит. Мог бы злочить, но вдруг сейчас Дум или Кунка придет. Еще один Хускар, я не буду этого брать. Я не готов для него еще слот пока что держать. Сори, Хусик. Хотя Т2 Хускар был бы очень
очень прям и очень крутым. Есть дамедж у снайпера. Но пока вот таким столом, я думаю, можно нормальное количество сидеть времени. Кайфовать, просто в левел выпушивать. Здорово, Тандервендер. Не, это видео. Привет, Лазилос. Крипов панду я бы поставил, но мне нужно было продать, потому что я выходил 25 голды, чтобы выйти в эко. Если бы я купил панду, мне было бы 23, соответственно, после дефа крипов 29, я бы одну голду недополучил. При условии, что я панду потом не оставлял, я должен был продать. Кстати, он еще котла нашел себе и ЦМ-ку поставил. Бля, хороший агр, кстати. Если бы он задул на максимум, теории мог это сдувать. Здорово, граф. Это не ханты, не, это не особо ханты. Три вара я могу поставить вместо трех варов. Не, я варов не буду менять, потому что вары под Т2 Акса, под Т2 Джаггера точно того стоят. Это не просто какие-то мне там Т1 вары, которые где-то стоят. Ну, подумаешь, там армора чуть-чуть ему не дать. Это Джаггер, который поживет и раскрутится, сделает дэмэджа хорошего. Он почти как снайпер нанес, который под хантами, который с молниями. Дум-дал-дум снайпера, глупец. Это да. Но с другой стороны, этим думом он немного дэмэджа дал, и Котл в итоге с одной задувки его стер. И Таня, привет. Уджа вместо Хускара, и можно чилить, это правда. Уджа вместо Хускара было бы супер. Куночку тоже, дума какого-то, потому что это просто очень сильные вары. Тут 66, если мы сейчас это дефаем, бля, вот сюда бы ультимейт от него. Снайперка бы вот сюда ультимейт, потому что он бы его сразу добил после этого. Так как было бы лоу хп, я бы стрик не проебал. Может, не стоило двойня ждать? Я там ради него прошу в чатике, чтобы... О, Кунка. Я ради него прошу в чатике, чтобы люди РМК прожали, а он мне приходит и стрик сбивает. Вы понимаете вообще, как это такое можно? Вот такое отношение, блин. И помогай потом людям. Белку. Джаггера, в теории, если не умирает. Но так лучше, конечно, чтобы в снайпера давал, потому что снайпер... Снайпера обилка не такая важная. А иногда даже руинит. Он на такой стадии точно, наверное, крутая, потому что дэмэджа там многовато физического. Все равно. Здорово, Magician. Джаггер уже крутился. Но это... Я там не сильно прям следил, честно говоря. Стрика нет, неприятно, но... Если бы я еще на стрике все это время был, это было бы супер хайрол. Хотя я вот это точно пробиваю. Это пробил я в итоге. Тут очень жестко, кстати. Три дракона, три мага. С думом. Ему их ума не хватает. А, у него два дума. Бля, что-то у него очень жестко. Он еще на даркроллах сидит. Он сейчас Люкана достанет. Что-то очень жестко у него. Но и у меня жестко. Я, в принципе, тут не расстроен. Мне просто нужен левел. С этим мы тоже максимально будем пушить левел. Меня интересует девятый какой-то, наверное, бан агров сделаю. С аграми надо будет с баном найти Арквардена в идеале. Что-то такое. Я буду снэпули искать. Снэпули. Думчики, что еще? Шейкеры нас, конечно же, интересуют. Аркварден, Дизраптор, Слег. Ну и если приходят, то Primal Beast, Квапа, Ланая тоже. Бесспорно. Абсурд. Спасибо. Пять из шести без крестов, это согласен, уважаемо. Ну блин, это жестко. Жестко. Что запушил? Интересно. Кстати, чья на БВ купил? My faithful join me. Почти левел есть. Туда его. Чуть сильно у тебя еще репка зреет. Репка у нас 4-3.
5, 4, 3, 4, 5. Ну, такие, я бы сказал, средние. Тут не то, что прям что-то супер. Нет такого, что все 5 там, да. Средние редко. Может, допшмотку все-таки выбью? Я понимаю, что я уже получил одну допшмотку, но я бы еще одной не отказался. Это такая себе. Тыч. Вот это поярче будет. Блядь, брать это ради Бродсворда я не буду. Вот был бы Бродсворд сразу же, чтобы я криты собрал, это было бы вообще замечательно, я зарандомлю. Слабенько. Слабенько, в итоге вот эти две шмотки, которые упали. Ну, будем верить, что за два тоже нам дадут что-то, потому что... Этого будто бы мало. Мало. Из мастера надо найти и будет 4 орка, супер будет. Мастера овер белочка, это прям будет такой увесистый хороший борт. Роурус там. Привет, привет, такс. Что у нас здесь? Ё-моё. Надеюсь, это волыня. Это фул эко в 5 левеле. 2-2 леги. Вау. Что-то он явно понимает про эту игру, то есть. Я сижу такой, будто бы на хайроле, но на самом деле я лобби не особо чекал, а лобби-то вообще нихуя не слабое. Я тут выиграл, но 2-2 леги на такой-то стадии. Давно подрубаешь, но это уже стрим 4 либо 5. Последние дни. Просто забанил сатиров, чтобы лег найти, но он пока неплохо находит, молодец. Даже бы, может, лего у него подспейзит капа. Куда если в это время, возможно. Но я видел, ты там обилити арену ночью поигрываешь. Ой, лирик собирает панга 2 на такой стадии. Тоже на скилле. Лобби такое, вкусное. Хоть без хумов сидит. Типа уже за это. Я сижу, жду инта, его не будет, оказывается. Инт отменили, блин. Опа. Инда, инт там попозже. Валдхарда-то закончились. Да, ты стрельнул. Блин, чтоб зарядку дать, правильно? Но там белочка своим бумерангом закончила линочку. Только аста, отлично. Пока нормально сидим, хпшечка есть, эко у нас хорошая. Комментатора не нашли, он стримит сейчас. Я стримлю, это да. Я комментатор. Пока только своих действий, но... Но это да. Репка растет. Шестерик, шестерик. Кстати, как будто бы... Нет, ладно, одинаковая. Так, когда вот так смотришь, как будто бы это больше. А, так это реально больше. Все, я не тут. 6, 6, 7, 5, 6, 4. Вот это вообще не то. Что это за 4? Какая 4 на 18-м, да, не понял. Еще шариков иногда. Шарики тоже, да, это правда. Там я тоже включаюсь как комментатор. Ой, сейчас больно будет. Он Люкана Т2 еще собрал. 3 дракона поставил. Какой же сильный стол, ужас. Лирика прям очень сильно, до раунда 25-го, по идее, пострикует, если не по СФТ-2 не соберет кап. Здорово, Панкрат. Сколько максимум могу дать кусты? Ну, на первом ставишь на 1, 9, наверное. Либо 10, я не знаю, 9 чи 10. Вот пишет Аня 10. Тут мы не можем не довериться. Так что 10. Почему не в новый авточес, который обилити арена, скорее новый атомик? Потому что там с рейтингом не очень.
И меня вернули с Ability Arena, так скажем, шашки капа. Меня вырастали по десятке. Не, ну, у десяточка у меня тоже бывало такое, что какое-то было, наверное. Вот бы все росли всегда 10, было бы кайф. Но только не у соперников, правильно? Тут сины меня точно выиграют, но сколько я убью, вопрос. Надеюсь, поубиваю немножко еще. Баратрумчика, может, еще. Супер. Вообще отлично подрались. Такой стадии син меня, очевидно, пробивает. Ну, столы хорошие, конечно, есть. Мипасевчик. Тут еще 4 пристера, возможно, будет. Из приятного. Тут тоже непонятно что. Шаман, скорее всего, кстати. У него Ear Spirit упал. Шейкер есть и два раста. За Лизарда уже шаман. На Грейт Валте. Тибара надо было купить вместо него, но ничего страшного. Гроб сразу забанил. Я хочу найти одного бестмастера, вот. Вот это я искал. Дальше просто левел выкачать. Грейтвалд есть, но я не хочу на Грейтвалд садиться. Я хочу ролить. Я хочу 9-й левел допушить и ролить. Представь, тебе еще тут убил Квинкама, вот Грейтвалд как раз таки. Не, Грейтвалд не очень хочу. Тут лобби просто скоро будет сильно бить, у меня хп это сейчас заебись, но там за раунда 3 можно столько потерять. Там и PSF по 20 будет заходить сейчас. 7-й левел. Эко миллиард. Сайфа 2-2 уже есть, там особо ничего не нужно придумывать даже. Блять, я ладно, я беру это, но это ужас. Я не хочу, но я беру, но это мне не очень нравится. Потому что я в итоге буду все равно получать по лицу. Ладно. Рандомить просто слишком не варик в таком лобби. Владимир прокнет, либо какой-то гринскин трежер. Это будет не супер гуд. Либо ВСП, которые не прокают вообще. Андеркролы, которые мне не нужны. Бан, типа, не так плохо было бы. Family Discount было бы супер. Magic Seed тоже nice, но... Пусть будет, короче, нормально. Ой, тут Шейкер от 2 он наролил себе за все деньги. Волынился в 9-м, еще и нашел Раптора. Жестко. И ко мне сразу же усиленный. Будет лицо бить. Три химик резнулся, не слабый юнит вообще. И три лего. Где же, блять, его вместо три химика, это три элдер, которого я за два удара бы убил. Что это нарезалось? Ужас. 21 раз. Мипа СФ зайдет, будет второй раз 20. Дайте мне вот пристера, который второй раз вот это пикнул. Кстати, он забанил не... Он Мипа СФ хочет идти, чтобы вы понимали. Он хочет идти Мипа СФ. Охуеть. Контест? Пусть идет, я только за. Пусть идет. Главное, чтобы ему никто не говорил, что уже МПСФ есть в лобби. Мне нужно, так, короче, до 25 раунда мне нужно пожить. До 25 мне надо пожить просто. После 25 я левел ап, я левел ап в 9. И там сраливаюсь, наверное, не буду сидеть прям на валте до того. Просто подраливаюсь. Ну блин, вот эта 20-ка была, конечно, вообще супер неприятная. Потому что он просто залонился под ноль, с миллиард голды, усилился прям хорошо, зашел ко мне, еще и хорошие шаманы прокнули, он нашел еще и Арквардена, это ужас. Это, посмотрите, что это такое. Просто посмотрите, это пиздец. Найс не больно получил, но у него стол еще такой, плюс-минус. Найт в 30 голды. Две леги всего осталось. На это тоже неплохо дела, кстати, идут. Две леги, три... Ой, бля, что я сделал? Нечаянно аж левелапнул. Да. А как я лирика пробил? Как? Что у него за стол? Я вот это пробил, кстати, чтобы вы понимали. Я своим столом как-то это пробил. Я думал, это просто кто-то вылетел, одна голда прилетела, как по дефолту, а я поднимаю там 10, это пиздец. Я такого вообще не ожидал.
Такого меня жизнь не готовила. Ладно, Ты Пандан, купи сможешь, мне ладно, Яка, потому пойдем. что я чуть проебался. Чуть-чуть так, кстати, нормально я проебался, на самом деле. Я сейчас потерял многовато голды. Эфкастер у нас закрыл Т3 СФчика. Это, кстати, чтобы вы понимали, Эфкастер, который второй пошел мипы СФа, который начал их ролить, когда у чела уже было 2 Т2 и Т1. Чтобы вы понимали просто. То есть он нашел 5 СФов быстрее в Алыне, чем тут, а даже не в Алыне. Просто. Чем там чел нашел еще больше. Ужас. Кстати, Лирику стрик выбил, но мне кажется, там такое. Хотя нет, я, кстати, еще с ним уверенно дерусь. Потому что всего лишь два беста, да, у Пангалера одного не хватает дэмэджа, а у меня все-таки 4 орка сейчас закрыто. Просто хп слишком много. Еще Огра Акс поднимает. Ну, ладно, неплохо, я 4 голды там потерял. Может, чуть больше. Не настолько критично. Терпимо вполне. Кунку я не буду брать. Вот и куч, которого мы говорили. Но я тут не буду тоже... А, хотя, вот так вот, да. Вот так стоит взять. Кто это? Это клип. Тут клип, полклипа разговаривает. Надо что-то, какую-то песню включить. Вот такую. Опять панду обижаешь. Нет. С пандой у нас хорошие отношения. Пандаренчик всегда знает, что я его люблю. Я всегда его куплю, вначале поставлю во вред даже эко, во вред своему хп. Даю ему шанс показать свой скилл. Иногда он не оправдывает ожиданий, но в целом это не мешает там оставаться в хороших отношениях. Потому что иногда он выдает нам прям отлично. Я бы критик, кстати, собрал точно на его месте, но это его дело. Собирает. Мне же лучше, да. Ну, дотерпели кое-как. 48 хп. Ланчик есть, теперь пора по чуть-чуть. Два праймала. Бля, дали бы мне два дизраптора или два арка. Было бы заебись. А два праймала будто бы такое, типа... Неплохо, но... Нахера нам Кунка? Ну, Кунка так, типа, просто неплохой танк, 10 армора у чела. Почти 1000 хп, хорошая билка, которая дает и контроль, и дэмэдж. А так, в целом, не особо нужна. Тут вообще лучше дровку даже поменять, потому что мне не нужно 3 ханта, 6 вар будет посильнее. Но мне сейчас надо находить уже и не вара. Или 9 вара вообще поставить. 9 вар против шаманов, мы сами понимаем, что долго я не протяну. Против такого, тем более. Тут еще два свена он вытаскивает в девятом. Красиво играет. Красиво жить не запретишь. Симан-то есть. Welcome, не успел манту, ну ладно. Туза залезет или нет, сюда вопрос. Туза, чтоб станили спиздато, заходит, но... Я думов не беру. Если думов две дузы. Хотя чен уже есть, чен с непуля. Все-таки чен этого хватит, или дузу все-таки Т2 одну протащить. Одну Т2 протащить или нет, получится. У меня праймал еще нет. Вообще не лезет, вообще не лезет. Мог, конечно, продать вообще визардов пока что, но... Вдруг сейчас что-то найду. Тут я проиграю. Но не сильно. Здорово, Дюк. Radioactive, все так. Но не хочу, я хочу вместо них.
Так, чуть-чуть вроде разобрался, по чуть-чуть. Так, чинимся, да? Но все равно пока мало. Нужно найти еще одного мне дизраптора срочно. Нахожу одного дизраптора, нахожу два шейки и нахожу два чена, и я в полном порядке. У меня будет три чена, ты два. Но вот сейчас я, кстати, могу получить так солидно. Это не есть приятно. А тут шести шаман вообще, ёпта, да и только без девса, малю. Двадцать восемь, я могу вылететь. Человека выбил, но толку. У меня тоже почти. Успел отменить ролл. Дуза надо было забрать его. Спасибо за фоллоу. Не дочинился я пока что. Вот это получше было бы, но я не успел. Блять, только бы не мифа сефа вылететь, и так будет обидно сейчас. Я БКБшка, я поубиваю хоть немного, так, чтобы я просто выжил, если что. Может, я вообще выиграю. Как же ты хорошо, молодец. Просто умничка. Ну тут меня стирают, это намного сильнее. Тут 22 шейкера, тут в принципе не странно. Но ужасно то, что есть два стола, которые меня убивают, и у меня хп слишком мало. То есть в итоге я тут не играю за топ-1 вообще никак. Ближе даже можно снэпочку вперед, я бы даже сказал. Я не получил 54 дамеджа. Бывает, там такой стол, что там такой получаешь. Блять, Лего стояла прямо здесь. Могу проиграть, мне главное тут проиграть так, чтобы не вылететь. А добивайте всех. Лего выживет, это понятно, но убейте всех, кроме Леги. А если у меня праймал еще есть, праймал у меня есть, то можно, кстати, ее убить бы. Только еще 3 секунды. Блять. Ну вообще успел. Отлично. Я двое не выбил. А кто выбил его? Как его выбили? Как ты его выбил? А, ты Мипасеф. Мипасеф выбил. Че, такой сильный стол, блять, его выбивает, блядский Мипасеф. Это такой ужас. Но это вообще, я бы сгорел на его месте. Мне, кстати, нельзя шейкеров брать, мне нужно нагу найти срочно. Блядский Мипасеф, какая же Броукен, блядь. Это вообще ужас. Чела 6 шаман, блядь, с хорошими шаманами, 2 шейкерами, по Дарквардену. 32 люкана, чисто такие, что выигрывают время, с волками нормально кусают. Причем это чистый 6 шаман, то есть это даже без визардов. Сикером, Йор Спиритом, Дарквардену, Дизраптором, 2 шейкерами, это 2. Его просто отъебашил чел за 2 секунды вот таким столом, средним. Средним столом для такой стадии. В среднем в плане сложности нахождения. А по силе, блять, к сожалению, далеко не средний. Какой же ужас. Как же я хочу, чтобы эту синергию убили. Настолько нечестно. Я Владимир должен пикать здесь 100%. И очень сильно надеяться, что этот... Хорошая песня. И очень сильно надеяться, что меня не убьют. Thanks, sweetie. Если что, потный даггер даем бабки. Тресните, плиз. Ладно, резнули одного и второго. Просто отхуярьте с руки, я не знаю, каким-то образом.
неимоверным, просто отъебашьте его. Отлично. На нахуй МПСФ, блять, туда, ушел с игры. Ебучий МПСФ, как же приятно тебя выбивать, ты не представляешь. Как же тебя приятно выбивать. Это не нужно теперь. Мои чены, мои зайчики, блять, спасли игру. Найс. Сразу вытаскиваем. Это назад. Даггер просто не нужен бабки теперь. Даггер нужен был, чтобы съебаться, если что, от них. Хотя она так съебалась сюда, но в итоге вышла нормально. Бля, Лего с тревелой. Доебаться может, но... Но я все сделал, что мог. То есть я в этой игре и так ставлю, когда могу... На 26-м я не жадничал вообще. Я и 9-й быстрее апнул, чем должен был. И сразу же потом апнул левел. Тут стараемся на максимум. Блять, но Лего Т2 это меня может... Ты, вернее, может меня и подъебать. Повезло на спектру. Может чуть-чуть времени мне выиграть. Для того, чтобы бабка разошлась. Бабка, давай, давай, я в тебя верю, бабка. Чен еще есть живой. Это отлично, потому что Чен еще резнет кого-то. Времени надо выиграть, чтобы бабка просто тащила. Санчик уже пропадает? А, Санчика резнул. Резнули, найс. Тут он пережил, может ты его выбьешь? Не, не выбил. Я должен дефаться, может я у него его сейчас спушу. Я сначала не хочу Т3, я хочу вот так точно ставить. Шейкера тоже не надо. Я бы снэпку хотел Т3 в идеале, да? И вот праймала Т2 сюда. Ладно, надо ролить, вдруг снэпка придет. Бомба. Отпускаем клавы от руки, хотел сказать. Отпускаем клавы от руки, ребята. Каппа. У меня уже заплетпаки закаятся, если вы понимаете, о чем я. Руки на стол, чё-то. Все верно. Заработай, бабушка. Та самая бабушка. Пошла, 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 пошла. Найс. Найс. Бабушке тоже хпшечку. Пусть здоровье свое ценит. Она в возрасте уже. Отлично. Ну и против лирика мы остаемся. У него стол вообще не тот, который со мной должен сражаться хоть как-то, да? 4 акир, все дела, драконы какие-то, но это не то. Знаете, я хейтерок МПСФ, но именно в этой игре я хочу сказать братишке на МПСФ реально спасибо, потому что он убил того, кто меня бы выселил 100 из 100. Он его убил, потому что у него имба. Я его задефал только потому, что у меня два орка 100 хп там чуть спасли, но и то, что чены просто резнули юнитов. Вот и все. Чуть-чуть бабка с БКБ еще пожила. То есть меня спасли мелочи прям. Это не было каким-то прям... Бля, сейчас, кстати, могу и проиграть в теории. Ладно, не могу. Куда проиграть здесь? Куда здесь проиграть, блядь? А, он еще живет, потому что у него шрауд. Но в этой игре реально спасибо МПСФу. Чен. Можно купить. Я не хочу это 3 чена. 32 чена лучше, чем просто чен. Hello DLZ. How are you doing, bro? If you hear me. Because I know you told me when you works, you can't listen stream, only watch. Как же бабушка жарит. О, это ничего. А вот это сатаник.
Держи, бабушка. Держи, бабушка. 6200 хп. Найс. Мог бы криты дать, но мне было бы мало больше нравится, чем криты. Чисто просто, чтобы собрать, я хочу сделать, да? Просто чтобы собрать. То есть именно чего-то мне это не дает в игровом преимуществе, но собрать ради того, чтобы у меня был тетричен, мне нравится. Ну и вдруг там думчик бы появился, у меня чен бы впитывал в себя дом вместо бабушки. Найс. Оп, тут три Энигма. Скастила в одного Джокира Т1, а не во всех выживших. ГГ. Отличная игра. Отличная игра. Ну, честно говоря, такое. Неожиданно и приятно в этой игре получилось, потому что когда я видел свой борт и борды, то, что есть мипа СФ, я понимал, свое ХП я видел. И то, что есть вот такой шаманчик, он топ-6 в итоге. Ну, это... Расстроен за него, честно говоря, в этой игре. То такого не ожидаешь исходом. Но в итоге вышло отлично. Мипа СФ справился с моим главным противником. Я справился с Мипа СФом тоже. Мистическим образом каким-то. Там, где все сложилось как надо, просто... Ну, Пайка выиграли. Капа. Топ-4, кстати. Это топ-7. Топ-7, блядь. Топ-8 это Пристер, кстати. 4 Пристата, 3 Undyne, 3 SF. Красавчик. Сложный билд. Капа. Не реализовал.